идет война, это чудовищная, захватническая война, из-за которой гибнут тысячами абсолютно невинные люди, разрушены города. Сергей Собянин – часть системы, которая ведет эту войну. Он голосовал за эту войну, он совершил военное преступление. Вот кто такой Сергей Собянин в 2022 и в 2023 году. Не классный чувак, который сделал электробусы, построил метро и сделал удобный МФЦ. Это могло работать до 24 февраля 2022 года. Но дальше, после голосования в Совете Безопасности, простите, но все эти аргументы про велодорожки не работают больше.